Вітаю вас, друзі, на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». Час говорити про головне. Сьогодні понеділок, 14 грудня. Від сьогодні до завершення цього затяжного, здається, безкінечного, непростого року залишається трохи більше 2 тижнів. І от саме сьогодні ми спробуємо підбити попередні підсумки політичного життя в Україні впродовж цього 2020 року. Ну а ще, друзі, спробуємо пригадати ті події, які найбільш суттєво впливали на перебіг тих чи інших суспільно-політичних подій на загальнонаціональному рівні, на регіональному рівні. Спробуємо знайти відповіді на запитання, чи відбудеться трансформація стосунків, відносин між центральною та місцевою владою з урахуванням результатів місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня, а також з урахуванням реформи децентралізації влади в Україні, яка нині перебуває на завершальному етапі. Ну, а якщо залишиться час, спробуємо ще поговорити про перспективи 2021 року. Отже, про те, як можуть змінюватись суспільно-політичні настрої, соціально-економічні настрої і події в Україні з урахуванням багатьох внутрішніх факторів загострення політичної, економічної кризи, ну і, зокрема, затяжної коронакризи, плюс локдауну, який відбудеться в Україні з 8 по 24 січня наступного року. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України минулого тижня. От такий порядок денний сьогодні нашої зустрічі, нашої розмови разом з вами, разом з експертами, яких я задоволенням представляю, господи, провідні політичні експерти, які неодноразово були в нашій студії, одні нещодавно, інші трішечки давніше, ну, десь близько місяця, понад місяць тому. З Романом П'ятигорцем зустрічалась голова Комітету виборців України у Запорізькій області, політичний експерт, і два політичних технологи, Ігор Громов, давно точно не бачились з вами, Ігорю. Ну, і з Павлом Скурським ми одразу після місцевих виборів зустрічались підбивали підсумки, господи. Друзі, звертаюся до вас, до глядачів телеканалу ЗЕТ. Будь-які питання, які стосуються політики, ну, але не забувайте, що політика – це концентрований вираз економіки. Це ще понад 100 років сказав класик марксизму-ленінізму Володимир Ульянов-Ленін. Так що будь-які запитання до наших експертів ставте, висловлюйте свої думки. Ну, одним словом, я точно знаю, що у них є відповіді на все, що відбувається і в країні, і в Запорізькій області, і в Запоріжжі, зокрема. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час поговорити про головне. Давайте розпочнемо такої більш загальної теми про враження впродовж 2020 року. З чим він нас вразив в політичному, в суспільно-політичному сенсі? Ну, якщо пригадувати 19-й рік, минулий рік, то його можна вважати турборежимним. А який цей був рік? Він був спокійний, турбулентний, зашкварний. От як можете дати характеристику 2020-му, який вже майже пішов в історію, іде в історію? Павло, давайте з вас розпочнемо. Саш, ви правильно сказали, зашкварний. Ну, куча мемов в інтернеті, в інтернет-сетях о том, что такого года еще не было. Да. И люди молятся только об одном, чтобы, как вот такая шутка, есть такой мем, значит, кот ожидает, идет секундная стрелка, там, 59, 60, и он ожидает, наконец-то 21, а тут она 61, 62, 63. Очень тяжелый год, действительно, после этого начинаешь верить в Бога, кто не верил. Год потрясающий для всего мира, привел и, наверное, приведет к колоссальным изменениям в экономической сфере, в форматах. Изменил Трампа, все, Трамп ушел, хотя еще полгода назад было совсем по-другому. И аналогично в Украине. Я, если будет вопрос позже, или могу сейчас сказать, вот, на что бы обратил внимание, что произошло в Украине. Вы сказали трешки звуком, так, да, вот загальные ваши выражения, Игорь, ваши загальные выражения от 2020 года. Если не брать весь мир, а взять как конкретно Украину, то ощущение, как бы, деградация власти как таковой, всех государственных институтов продолжается, проходило в турборежиме. То есть фактически власть фрагментирована, власти как таковой целостной вертикали сейчас нет. Есть какие-то, скажем, территориальные такие отдельные какие-то феодальные кланы, которые, собственно, подмяли под собой полностью все то такое понятие, как государственная, центральная государственная. Центральная власть тендлет. Управы на них нет. То есть, ну, тут довольно-таки печальная перспектива. Вопрос в том, что должен появиться новый лидер, который обратно сможет сшить, соединить, собрать и тот, которого, скажем, те же кланы признают. Де може з'явитися цей лідер? Мається на увазі, це ви говорите про посаду наступного президента, про лідера якогось парламентського, неформального. Що це за лідер має бути? Ну да, тут не обязательно именно как будущий президент України. Он, может быть, даже не формальний лідер, но лідер, на которого буду орієнтуватися. То есть, поки його нет.
Романе, ваші враження від 20-го року? Ну, то же саме. Вот, все напоминає польот в дикій турбулентності. Вот, ще посадка не об'явлена, але все одно самоліт трусить. Він практично теряє там всі запчасти, розсипається, він ще каким-то чудом держиться в воздухе. І тільки тому, що, говорить Паша, вашими молитвами він там держиться. Да? Вот. Власть постоянно визиває какой-то непонятный когнитивный диссонанс, отцифровать ее, в какие-то графики заложить нет смысла. Уже на жаргоне скажу, не в западло говорить одно, делать другое. Если раньше для политиков это была смерть, как-то это вуалировали. Сейчас это вообще нормальное явление, что там министр какой-то вот любого из направлений может за день 5 раз поменять свои релизы. И все как бы вот на благо народа там и так далее и тому подобное. Президент, ну, в моем понимании, как-то все-таки надурили. Вот когда вы говорили, что мы будем государством в смартфоне, мне кажется, ему подсунули этот телефон, где у него свой отдельный Facebook, отдельные мессенджеры. Он вообще, мне кажется, не понимает, вот не отбивает даже, что происходит в регионе. Это и события последних дней там, у нас в областном совете. Это вообще-то вот, тотальные вот, провалы просто их, ударные по таким ключевым направлениям. Но как на выборах проиграть родной город президента? О чем это говорит? Это о том говорит, что как бы там ни крути... Кривый рог. Совершенно верно, да, кривой рог. Значит, как бы там ни крути, все равно нужно ставить себе именно людей церберов. На вот эти все ключевые такие посады, которые должны окружать вообще президента. Президент должен купаться именно в экспертах, именно ставить сильных людей по всем направлениям, неважно, какой они держали флаг. Пусть даже вчера они были у Порошенко, неважно. Если человек профессионал, он должен там занимать свою должность. Там какой-то этаж вообще у них отсутствует. То есть у президента вообще утеряна связь с регионами, а это было базовым при всех президентах. Все лично знали, и вот Бамонт весь политически общался, все знали, кто куратор по областям, кто отвечает. Он сидел на телефонах, силовики, это все как бы работало. Мы сейчас получаем болото. С одной стороны, вот как высказался там, вот, на одном из эфиров тоже там политтехнолог Карасев, он говорит, что вот, может, они вот искусственно это болото создали, но в болоте штонуты протесты. То есть это как бы не сильная среда, нельзя опереться, но такое что-то вот все, ты той рукой бьешь, проваливаешься. А может, это такой задум? На самом деле задума нет. Это практически вот банальный, эталонный, махровый дилетантизм. Вы просили, умоляли за эту булаву, когда вам ее дали, вы не знаете, вы машете, и вы себе потом ноги пообиваете, своих там посносите. Вот. Ну, опять же таки, брать этот скипетр, это очень большая ноша. И все-таки, вот действительно, президент, наверное, уже понял, что не пройдет у него каденция так все просто, на хихихаха, на вот этих вот всех видосиках. Вот. И я так понимаю, вот уже последняя каденция, уходящая в этого года, вот просто стали грабить. Вот эти вот все дороги, вот эти все воровство с ковидного фонда, эти все постоянно журналистские расследования. Вот мне уже, знаете, такое, когда предчувствие конца власти, просто начинают уже тянуть на себя. Вот. Ну и опять же такие, да, вот показывая последние события у нас в областном совете, да, но если власть своих не нумерует, это какое недоверие может быть вообще внутри своей же команды, если заставляют нумеровать своих депутатов, которые голосуют за своего лидера, да, уже говорит о фрагментации внутри, о развале, о расколе, да, что все растягивается на отдельные подгруппы, на отдельные кланы, которые сказал Игорь. И все в ожидании, кстати, а кто будет Аттила? На кого можно будет дальше поставить ставку и дальше уже, идти там, в формате, там, я не знаю, в каком начать они и какая будет дорожная карта. Потому что в болоте мы никуда не идем. Нас просто вот этот самолет, нас просто трусит, мы не разваливаемся просто вопреки. Вот. Что сейчас будет после этих сейчас платежек, после локдауна, который, я не знаю, на этом времени добьется? Мы пізніше про це поговоримо. Давайте от про ті події, які дійсно мали величезний вплив на таку стабільність, можливо, навпаки, загострювали ситуацію. Ну, одним словом, на порядок денний суспільно-політичний є найбільш яскравий впродовж 20-го року. Павле, давайте з вас знову розпочнемо. Ну, все почалось, Новий год почався немножко позже, в феврале, почався з ковіда. Хоча він зайшов уже в ноябрі, там, в Китаї, в декабрі, ми, як завжди, не готувалися. Це событие, яке оказало влияние на весь год і далі ще окаже на 2 роки вперед. Вот начался у нас в феврале ковид, а в марте ввели карантин. Вот это событие сквозное.
оно до сих пор продолжается. Второе событие, на которое я хотел бы обратить внимание, и которое с Нового года наступит в силу, это голосование по земле. Мы помним, как бы, этот шторм в Верховной Раде, когда хихоньки-хахоньки закончились, Ром правильно сказал, власть показала зубы, надо было решать этот вопрос ей, потому что МВФ не давал денег. Это событие сразу разрушило все иллюзии. Вот это задало цикл конфликтов. Он потихонечку пошел. Следующий этап, на который бы обратил внимание, это местные выборы. К местным выборам все готовились. Это большая стройка, это снятие денег. Власть вот это пошла на договорняки. Вот это вот пошли эти все, возможно, с олигархами, с Ахметовым там и прочим, как говорят там, да, там президент. Это третий фактор. Четвертый, это я бы обозначил кризис с конституционным судом. Он очень довольно серьезный, он не рассосанный. Вот, собственно говоря, он как бы продолжается. Куда он выльется, неизвестно. Мы смотрим сейчас за этими событиями, как пытаются и так обыграть, но это очень серьезный вызов, потому что от этого зависят деньги Международного валютного фонда. И я перехожу к самое главное, к деньгам. Это огромная бюджетная дыра. Тоже тут ничего не понятно. То есть там эксперты, которые утешают, типа Балашова, деньги дадут, там Всемирный банк сейчас дает 300 миллионов. Но Ромка правильно сказал, что мы находимся в болоте. Эта форма, в принципе, она спасительная для Украины. Мы постоянно находимся в болоте. Почему? Потому что она позволяет сдерживать вот эту всю ситуацию. Но перспективы роста нет. Население все-таки ожидало реформы. Когда закончится ковид, понятно, все отсюда схлынут. Никто не собирается в Украине задерживать. Задерживаться — это уже признаки национальной определенной драмы, трагедии. Вот. Где оно выстрелит? Я, может быть, настроен больше оптимистично. Вот я хочу Игорю сказать, что да, происходят процессы фрагментации, но еще неизвестно, хуже это или лучше. Да? То есть, если вернемся к либертарианству, вот сейчас теория, которая набирает, как бы, ну, поспорить просто, да, набирает обороты. Вот этот кризис, он стал спусковым крючком всех процессов в мире. Слабнет государство. То есть мы стоим на пороге переформатирования экономической, социально-экономической модели, когда, по большому счету, государство как таковое — это вот мэр, это вот там глава администрации, или вообще я глава семьи. Потому вот экспертам мы наблюдатели очень глобальных событий, вот, то, что происходит сегодня в Украине. И последнее, что я хотел сказать. Значит, то, что произошло в политическом поле. Вот мне очень нравится Михаил Дубинянский, эксперт, он говорит, смотрите, политические силы даже на местных выборах, крайне там западноукраинские или крайне юго-восточноукраинские, так называемые эксклюзивные, они проиграли. Значит, победили силы инклюзивные. Она одна, это Зеленский. Потому что если говорить, вот, инклюзивная — это для всех. Эксклюзивно это Петр Порошенко для этих, а Бойко вот для этих. Вот эти вот выбрали свой потолок, там по 15% и сидят. И пока такая ситуация в Украине, пока нет конкуренции Зеленскому, вот это болото, о котором сказал Роман, мы можем спорить сколько угодно, оно будет продолжаться бесконечно долго, пока не возникнет Аттила. То есть его пока нет. Ну, будемо чекати Аттилу. Ігорю, що вам запам'яталося, на що варто які події нам пригадати? Ну, в принципе, опять же, подходим, что самое все-таки базовое событие, это даже не столько ковид, если в политической жизни, сколько местные выборы. То есть, что местные выборы показали? Показали одно. Стратегически на этих выборах не выиграл никто. Вот вообще первый раз ситуация, когда не было ни одной политической силы, которая выиграла бы стратегически. У нескольких были тактические выигрыши, а в основном, как бы, все глобальный проигрыш. То есть, в чем? В том, что партии не чувствуют поля. Просто не понимают, что вообще происходит, не чувствуют настроения. Да, как вот Паша отметил, что базовые силы, антагонисты идеологически выбрали свое. То есть русскоориентированное ОПЗЖ, потолок, выбрали свой там 10%, они уперлись, ну, да, дальше не растет. Да. ЕС выбрала свое, то есть расти не хотят, расширять электоральное поле тоже, кстати, не хотят. У тому ж Львові ЄС, вони в опозиції зараз, наскільки мені відомо, вони не увійшли до складу більшості, там інші сили сформували оцю більшість. Ну, это, ну, тактический успех. Да, тактический. Довольно условная позиция, власть, то есть что там, это уже больше местные выборы. Мы берем в плане центральных, как будет формироваться, как бы, центральная вертикаль, то есть кто сможет сформировать, никто. Вот даже не Зеленский, то есть болото, оно не формирует. То есть разочарование в слугах народа в Зеленском есть, люди ушли, люди ушли в болото. Они не готовы, низкая явка. Почему? Из тех партийных проектов, которые есть, людей ничего не устраивает. Они не хотят. То есть голосование ногами — это показ о том, что нет политической силы, отвечающей их электоральным запросам.
Ее нет, она сформируется. То есть рано или поздно это будет. Это может быть абсолютно спонтанный процесс. Просто мы вот говорим лидера... Кто станет центром кристаллизации? Ну от, знаете, я дивився на 2020 рік, я, чесно кажучи, розраховував на підприємців, що вони стануть якоюсь такою рушійною силою, навколо них щось таке збереться, якийсь, можливо, виникне політичний проєкт, а там же народиться Аттіла або Прометей, якийсь лідер, і піде... Это правильно. Так это так и будет. Почему? Потому что ни одна партия как базу, как свою целевую аудиторию не видит средний класс. Вот та опора порядка 30%, вот, то есть как социология показывала, что порядка 30-35% себя, от, ну, скажем так, внутренние люди относят себя к среднему классу. То есть они обязательно только коммерсы должны быть там, или малый бизнес. Это высокообразованные, скажем так, высококвалифицированные те же наемные работники, но которые могут перебирать работодателями, которые не рабы, да, которого за порог выкинул, он все идет на биржу труда. То есть который, за которого еще работодатели могут побороться. То есть в принципе вот таких порядка 30-35%. Ни одной партии, отвечающих их интересам, в Украине нет. Те попытки позаигрывать с ними, но они отлично видят, что это заигрывание. Тот же самый карантин, локдаун, который произошел в марте. Хоть одна политическая сила озаботилась компенсацией потерь людей, которые понесли. То есть, опять же, мировая практика везде компенсировалась. Если бизнес закрыт, бизнесу государство компенсировало. То есть нельзя спасать кого-то за чей-то счет исключительно. То есть что мы получили на карантине, да, на том же весеннем? То есть за счет предпринимателей попытались спасти, там, отыграть время. Не за счет всей страны, да, чтобы как там страна поднапряглась. Потому что бюджетники выходили, получали зарплаты. А крупные заводы, ну, олигархические, работали, получали зарплаты. Кто полинял? Предприниматели. Именно, да, это был базовый удар по среднему классу. И никто никогда... Спасали всех, кого угодно. Медиков, там, учителей, еще какие-то тезы выдвигали. Но именно сказать о том, что, ребята, у нас страдает средний класс, нам надо в первую очередь вот эту силу, которая сознательно... Более того, средний класс, он же сознательно платит налоги. Чому партія не скористалася цим, ну и під час місцевих виборів в тому числі? Они не понимают, как это делать. Ясно. Романе, які події вас вразили, зачепили, так от, ну, в 20-му для мене, звісно, основна подія – це результати місцевих виборів. Вот. Я согласен с коллегами, вот. Прогнозов сам не ставил, сам был удивлен. И действительно то, что вот эти ноги отсохли и не пошли туда, я, конечно, понимал, что вот голоса все нужно искать в центре. И правильно сказали вот перед этим мои коллеги, вот эти ниши левая-правая, они настолько уже оккупированы, туда влезть и пытаться с них что-то там подрезать, ну, это попытки убили БЮТ и подобных, которые там, ну, пытались что-то там на зраде еще украсть у Петра, или там у оппозиционного блока, которые пытаются там что-то украсть у ОПЗЖ. То есть надо быть радикальным. Вот конкретно эти вот они. Мы вот тут уперлись рогом, мы на этих позициях, эти на этих, все. Про это забыли. А дальше вот центр. Тут находятся все голоса. И я, ну, как бы, ну, я еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что о чем я говорю, некомпетентности, да, вот, что, ну, возьмите просто Адама Смита, там, отца экономики, у них там, ну, только книгу открываешь, вот сразу первый абзац написано: умеренные налоги, терпимость государства, и экономика найдет выход из любой ситуации, из самой сложной, которая есть. Ну вот отец экономики вам мигает, вы начинаете фопы долбить. Это что такое? Это или саботаж, или у вас мозгов вообще нет. То есть есть условный, и правильно вот Игорь говорит, это средний класс, условный ЧП, там, Табуреткин, у которого ларек, он там куриц где-то берет, там у той же наша рыба, он перепродает накрутку, ну посмотри, ну, этот же Табуреткин, он же не трогает вас, он же государству не бегает, он же не стоит на бирже, не щипает вас на какие-то там субсидии, ему хватает этой дельты, прокрутить у себя в микрорайоне со своего ларечка это мясо и накормить свою семью, заплатить там за коммуналку, залить бак там бензинчик там, да, или там поехать отдохнуть к Криловке, все, да, это же золотое, ну, как бы основа государства любого, это та лимфа, которая не буйная, которая спокойная, и правильно, они не ориентируются.
изолированные. Вот у нас в Запорожье, они сейчас меня слышат, мои друзья, есть такой, значит, клуб по интересам, там, где вот собраны, ну, такие, ну, скажем, чуть ли там не одни из сильнейших буржуа, да, вот, нашего города. И вот интересно, они меня там все время приглашают, как политолога, они от меня вот просто пьют информацию. Я говорю, а вот, а что вы вот здесь, не вот, а как ты проголосовал? А я вот только бы глянул, я даже не понимаю, кто-то Шевченко, там, смотрю, что Зеленский взял бюллетень, кинул. Сейчас я его случайно увидел. Боже мой, что я куда я кинул? Что я натворил? Вот. Они живут своей жизнью. У них бизнес, работа, все. Они там складывают, там, ага, там банк закрыть, там перекрыть, там конкурент давит. Тут надо с этими пойти передоговориться. Здесь сырье, там можно опять чудить. Они вот постоянно в этом потоке, короче, находятся. И они все, они увидели картинку, вот эту вот именно классную идею Зеленского. Но опять возвращаемся к Игорю ногам. Они же этими ногами повыпрыгивали со своих джипов. Они же выбивали участки. Они же впрыгивали, там оставалось 7 минут до закрытия. Вот, они рвались кинуть бюллетень и думали, что все переформатируется, само перевернется. А вот, знаете, анализ за ноль. Вот, потому что на сегодняшний момент, да, вот эти ниши, они их утомили. Там постоянно у них находится головная боль и мигрень. Постоянно находиться себя, вот, вибрировать в этих, вот, ну, в этих состояниях, да. А здесь просто они подумали, что действительно, а вот если я вообще-то как бы там, вот, Паш, поправишь меня, может я ошибаюсь, вот это либертарианство, где-то же Зеленский намекал, он же ни черта про ФОПы не говорил, он же не говорил, что будет облагать налогами дополнительными, средний класс, это же вранье уже дальше вылезло, но люди добрые, с кого вы добираете, нельзя этих людей трогать, ведь Зеленский правильно сделал, рассадили олигархат, давайте трусить большие, такие, ну, мощные такие направления, да, с которых можно вынимать деньги и куда-то их, короче, направлять, да эту нишу вообще не трогайте, потому что ковид, ну, и я серьезно хочу сказать, проблема не только у Украины. Закрываются очень популярные сети в Лондоне, которые там по 400 лет торговой марки. Они закрываются, да, локдаун их душит. Бунты идут везде, люди выходят на протесты. Я не скажу, что, как бы, знаете, мы одни такие там недолуги, что-то там вводим. Просто же опять-таки ситуация. Когда мы этот ввели локдаун, когда у нас болело на всю страну 300 человек, вот Игорь по этому поводу такие классные публикации писал. Закрыли всю страну какого-то черта. И все люди стали попадать на деньги. Просто на ровном месте. Ну ладно, ну, въехали вы в бордюр. Хорошо, вы сделали ошибку. Но так догоните уже за это время. Настройте там что? Клиники, да? ИВЛы купите там. Ну что еще можно сделать? Эти концентраторы настройте, короче, везде. Там цена вопроса 200 миллионов. Это может сделать там любой горсовет. В каждой больнице поставить вот этот агрегат, который гонит этот кислород, да? Mm-hmm. Вот, провтыкали все лето. Все деньги втопили, потом читаем, там щебень, оказывается, на дороге продает там тесть Зеленского, там кум Зеленского, там брат Зеленского. Вот такие вот счета на эти дороги стоят, в три раза выше сметы. Ну, ребята, ну извините, ну вы что, с ума посходили? А теперь МВФ, вы приходите с такими глазами, как вот этот, знаете, кот из Шрека. Вот так вот смотрите на них. Да не дадут они вам деньги, потому что, ну, там же люди прекрасно понимают, зачем давать деньги, да, если они потом опять уйдут на развитие горнолыжного спорта в Африке. Вот, и в принципе, существует масса программ. Но для меня, опять-таки, проблема этого года, то, что вот оно меня выбесило всегда, то, что власть не может держать обезы, раз, зажимая палец. Второе, вот, 350 раз за сутки может перевернуться. Постоянно находится в стадии зашкваров. Новость нельзя никакую дать. Новость сама по себе живет неделю. Но Зеленский настолько всех обгоняет по новостям, что любой вброс даже, он утром проснется, они что-то такое вычудят, что уже в Запорожье, чтобы было бы топом, оно уже и не новость. Все. Потому что Киев забирает на себя все лавры. Ну, от ви відзначили кожен з вас, що місцеві вибори стали топ-подією цього року, 20-го року. От якраз давайте цю тему і продовжимо. З початку грудня вже офіційно набули свого статусу депутатів, депутати різних рівнів. Ну, по Запоріжжю візьмемо, це Запорізька міська рада, Запорізька районна рада, Запорізька обласна рада. Давайте переглянемо фрагментарно, от перші у них установчі сесії відбулись, що там відбулось, так, тільки фактаж. І потім от продовжимо розмову.
1 грудня відбулася перша сесія Запорізької міської ради восьмого скликання. До нового депутатського складу увійшли представники шести політичних сил. Партія Володимира Буряка, «Єднання», «Слуга народу», ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Нова політика» та партія «Шарія». Після оголошення офіційних результатів виборів депутати набули своїх повноважень. Вдруге поспіль очільником міста став Володимир Буряк. На засіданні мер склав присягу і офіційно вступив на посаду. Наступної сесії депутати мають обрати секретаря міськради та розв'язати інші питання, які стосуються життєдіяльності міста. Пізніше, 4 грудня, відбулася перша сесія Запорізької районної ради. Відтепер інтереси жителів Запорізького району представлятимуть 64 депутати від шести політичних партій: ОПЗЖ, «Слуга народу», партія Володимира Буряка «Єднання», «Європейська солідарність», «Нова політика» та фракція політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Шляхом таємного голосування депутати обрали голову Запорізької районної ради. Ним став Олександр Філін від партії «Слуга народу». На другому пленарному засіданні депутати мають обрати заступника голови, кандидатуру якого невдовзі представить сам голова. 11 грудня відбулася перша сесія Запорізької облради восьмого скликання. До її складу увійшли представники семи партій: ОПЗЖ, «Слуга народу», «Європейська солідарність», партія Володимира Буряка «Єднання», «Опозиційний блок», «За майбутнє» та «Батьківщина». Чотири політсили висунули своїх кандидатів на посаду голови облради. Після кулуарних обговорень депутати від ОПЗЖ та «Євросолідарності» відкликали своїх кандидатів. З-поміж двох кандидатів від «Слуг народу» та партії Володимира Буряка «Єднання» обрати голову облради так і не вдалося. Загалом перше засідання облради тривало близько 12 годин, наступне призначили на 15 грудня. Ну, вже обрані місцеві ради, можливо, по Запорізькій міській, по Запорізькій обласній ми більш реально це представляємо. Запорізька районна рада – це новоутворена нещодавно. Там і самі депутати деякі не розуміють, чим вони далі будуть займатися, яким майном, який бюджет, хто цим буде займатися, тому що там буде передача і майна, і фінансів від Вільнянського старого району, від Новомиколаївської частини, Оріхівського району. Ну, а тут по місту нам більш-менше по області зрозуміла конфігурація. До ради увійшли представники Д7, Д6 політичних сил. Хтось з них був непримиримими такими опонентами. Але тут жодна із політичних сил не має своєї більшості. Треба домовлятись, треба зустрічатись, треба вести переговори, треба формувати, ну, якісь, умовно кажучи, коаліції, хоча вони на місцевому рівні, вони законодавчо, юридично не прописані. Немає їх. Фактично це умовна там ситуативна якась там більшість. На джентльменських якихось засадах там домовляються, я так сподіваюся. Так от, як ви загалом оцінюєте професійні склади нинішніх рад, якою, на вашу думку, буде найбільш така стійка і дієва коаліція, оця більшість, ну, на рівні міста, наприклад, на рівні області, як ви вважаєте? Павле, Ігорю, Романе, Павле. Да. Саш, я хочу напомнить вам, что буквально на прошлом эфире мы с вами говорили о том, что формирование коалиции пройдет в новом формате. Ну, первое, я хочу напомнить просто об этом. Оно пройдет в пакетном режиме, когда будут рассматриваться три совета. Это областной совет, городской совет, вернее, по порядку, Запорожский городской совет, Запорожский областной совет и районный совет. За важливостью. За важливостью. Собственно говоря, так и происходит. Просто поменялся порядок. Значит, первым пошел, который решил вопрос избрания руководящих органов, это Запорожский районный совет. Да. Он сейчас, Запорожский районный совет объединяет очень много территорий. Там, если сегодня посмотрел, 874 тысячи избирателей только. Это очень все серьезно. Избран представитель «Слуги народа». Филин, он набрал там 35 голосов из 64. Представитель ОПЗЖ, несмотря на то, что партия взяла первое место, и она является правопреемницей партии регионов, которая там была всегда у нас гегемоном в области, это очень серьезное событие. То есть ОПЗЖ, по большому счету, протестуют, говорят, как же так, мы взяли первое место, избрали «Слугу народа». Почему избрали? Потому что образовалась такая коалиция. И мы, собственно говоря, это прогнозировали. Довольно острая ситуация сложилась в городском совете, где до сих пор нет формата коалиции, и по большому счету только-только лишь к этому подходят и подойдут. Острая ситуация сложилась в Запорожском областном совете, это вызвало бурю эмоций, что никогда в Украине такого не было. На самом деле это нормальный рабочий процесс. Процесс заключается в том, что фаворит гонки по очкам
оппозиционная платформа «За жизнь» не может стать основой, костяком какого-либо варианта коалиции. Вот, собственно говоря, это вызвало определенный кризис, который углубляется этой политической силой. И мы сегодня наблюдаем вот эти вот дрязги, которые происходят в областном совете. Я немножко позже как бы скажу свою оценку по этому поводу. Но я хочу сказать о том, что Запорожская область переживала значительно более сложные ситуации. Я напомню, 2006 год, 26 марта был избран состав областного совета, а председателя избрали только лишь 7 июня. Там были такие катавасии, что, не дай бог, нынешним катавасиям это и не снилось. Там была госпитализация председателя избирательной комиссии. Там было и печатание бюллетеней трех разных цветов буквально за 3 часа до голосования, чтобы никто там лишнее не напечатал. Там были и угрозы, там были фотографирования и тому подобное. О чем мы можем сказать? Мы можем сказать вывод первый. Произошла в рамках того, что мы говорили до этого, произошла перефрагментация политического поля. Появилась партия «Буряка», то есть та, которая находится, по большому счету, в центре. Ослабло влияние политических субъектов. Жителей, по большому счету, это не интересует. Их интересует местная повестка дня. Вот эта лава, которая образовалась, она очень тяжело застывает, но она обязательно застынет. Да, однозначно это пойдет на пользу, я думаю, Запорожскому региону. Просто политические субъекты должны иметь больше ответственности. Ігорю, ну аналогічне запитання з приводу конфігурації, більшості, спроможності, стабільності, дієздатності. Ну, є як свої плюси, так і свої мінуси. Плюс в тому, що, скажімо так, дійсно розрушено монопольне домінування якоїсь політичної сили на обласну чи тут же городський совет. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это очень плохо. Почему плохо? Потому что у нас страна как молодую демократию. У нас еще не умеют демократию, у нас не умеют договариваться, у нас не знают, как это делать. Ну и самое главное, что Украина, ну вот как бы ни говорили, у нас нет капитализма полноценного, у нас еще наполовину Советский Союз. У нас еще очень много собственности, которая в виде не городского, областного совета. То есть во власть идут не для решения проблем громад, а для решения каких-то своих определенных привлекает именно городская и областная власть для того, чтобы пока как бы не избавимся, да, вот этого пережитка, то есть городской совет должен заниматься именно исключительно. Деякі туди йдуть, щоб набути статус певний, він стане поважною людиною. Деякі йдуть дійсно. Да, о чем я говорю, что это довольно разношерстная публика, которая собирается под крышей, скажем, власти, и поэтому, и так как нет ни одной доминирующей политической силы, там будет бардак. То есть они априори не будут способны договориться. Их будет штормить, сейчас будет периодически, что городской, что областной, до того момента, пока в Украине не появится лидер, на которого уже начнут выстраиваться. Вот мы повернулися до початку розмови, в принципі. Да, а до этого запорожцы априори не способны договариваться. Посмотрите, у нас элиты нет. Запорожжя рвуть всі, кого, любые эти, Дніпровці, Донецькі. Ігор, це ж не перший рік, це вже десятиліттями так відбувається. Нас періодично або Дніпропетровськ, або Донецьк в ті часи. Да, то есть это говорит о том, что у нас не сформировалась элита, не способна отстаивать интересы. Поэтому это будет опять такая вот междоусобица. То есть теоретически иногда она будет стабильна, иногда начнут какие-то договоренности не выполняться, начнутся разваливаться. Ну, в общем, до момента формирования опять-таки устойчивой центральной власти будет бардак. Ну, это мое такое предположение. Роман, а ваша думка? Ну, моя мысль по этому поводу такая, что действительно исконно, там, спокон веков голову отдавали власти действующие. У кого есть президент, кабмин, силовики, ну, якобы, дабы, чтобы не заострять какие-то вот действительно внутренние процессы в регионе. Ну, потому что тримати якісь преференции, там, да, потому что деньги, финансы. Игорь говорит по поводу договоренности, а вот, ну, вот возьмите вот КП. Ну, возьмите коммунальное предприятие, допустим, областная больница, и попробуйте поменять шишку на кого-либо. Вот что такое свой человек в областной больнице? Ему до 10 лет, кажется, продолжили контракт, вот да, 5. Это вот тот, кто лоббирует, это в конце месяца 1 000 000 гривен кэшем каждый месяц. Возьмите онкологию. Человек, который там сидит, это 500 000 кэшем. Видите, чтобы мы зараз не говорили, чтобы потом нам не довелося спростовывать эти факты. Да, это он
пожалуйста, Лушпенко, придите сюда, об этом говорит весь город, вся полиция. Тысячу раз там хватали суды, пересуды. Мы знаем, почем покупали эти манеорафы. Там постоянно идет бардак. Вот, я еще раз говорю, если у нас в больницах пациентов не берут деньги, пусть в студию зайдет любой прохожий, кинет в меня камень. Да любой ребенок даже, это везде идет банкомат. Вот, эти деньги все потом абсорбируются. Да вы просто посмотрите бюджет содержания этих всех машин. Вот, вот областная больница, это как Запорожье, это как отдельное государство, как город, как завод. Вот, по своему потреблению, сколько он в себя, короче, берет. Да возьмите одни расходники посчитать, один дезинфект киньте туда, там миллионы вылетают. Эти все деньги, вот, если там это все крутить, наличить, вы же понимаете, какие там мойки стоят. Вот за это, за все идет переговорный процесс. Вот, и не могу договориться. Ну, конечно, если на карте расположены вот эти все, как говорится, насосные станции, да, вот, а губернатор всех посадил и говорит, конфигурация такая, вот я, а вот у меня два зама, Куценко и Балецкий. Ну, как-то так. А с вами сейчас давайте там подумаем, что-нибудь вам может какую-то комиссию, там, что вам там отдать, наверное. Ну, то регламент там заберите, или там что там еще, там, да, там физкультура и спорт, какой-то, короче, бред, который вообще не нужен. Ну, все же прекрасно понимают, да? Вот, только ж Акела промахнулся. Только ж они смотрят все, этот человек, кто это предлагает. Они смотрят, говорят, так подожди. Ну, вот у тебя между твоим кандидатом и про запасом разрыв 60 голосов. Как ты не решил эту проблему? Да это одним звонком тебе нужно было через ТВК просто снести один участок, и твой человек выходит на второе место. Как вообще можно на Банковую приехать и сказать, у меня разрыв с моим самым злейшим врагом в 60 голосов? Ну вот, да при Ющенко бы старуха вниз головой бы скинули с 11 этажа. Просто взял бы Ющенко и сам бы его выкинул бы в окно. Вот. Нет такой власти в Украине никогда не было, чтобы где проконтролировать. Балога Ющенко не выкинул. Или Балога, чтобы не проконтролировать 60 голосов. Мы в студии с вами разговаривали, когда ТВК звонили ко мне и спрашивали, что делать. Они не знают, нет центра, услуг не было центра, дня выборов, куда можно было отзваниваться, как-то информацию обрабатывать. О чем это говорит? Взяли деньги, отработали бюджет выборов, правильно? А что там для, как отчитываться, да? Ну, с мокрыми печатями, нате вам протоколы, ну, вот, отдали. А работа в этих комиссиях, ребят, ну вы что? Вот, в Мелитополе вас там полностью загнали, вы не пошли во втором городе, и неужели у Боговина не было звоночков, когда Зеленский стоит на мостах, вы отгрохали такую сцену, и он стоит и говорит, Мелитополь, слуга народа, а там никого, тишина. Ну, понимаешь, что там уже кидок идет, тебя уже кидают, кидают кто? Твой первый зам. Вот, Бердянс ты провалил. Вот, но это же игра престолов. Играй. Ты видишь, наоборот, этот регион начинает вылазить. Не воюй с Бердянском, там, не понимаешь, что у тебя обида. Наоборот, их подтягивай. Своди с этими, чтобы у них тут образовалось. В итоге они друг друга ослабят. Ты забираешь на себя полномочия. Ну, это просто, ну, это хрестоматия власти. Это в любую библиотеку пойди, там, вот, методичку купи. Ну, как власть, там, все, начиная, не знаю, там, от Ассирийского царства. Всю жизнь так строились отношения. А теперь этот человек вот так всех рассадил, и вот так все на него смотрят и думают, а че? А почему? Вот почему Влад Куценко со своими 7 голосами и то 50% фракции своей он не контролирует? Он должен стать замом. Ну, на каком основании? Ну, формальный повод выдумали. Якобы там Балецкий там туда-сюда, вот он очень токсичный, не будем за него. Хотя, как показалось, да, мы будем каждую сессию срываться на то, что он на русском языке, как чиновник, он ведет, ну, сессию, да, он нарушает закон, да, нарушает. Вот. И здесь вот эта ситуация, ну, или быстро отыграйте, если вы так уже никому ничего с этого пирога, да, и поменяйте там, ну, отличный Чумаченко, да, ну, Чумача, любим вообще супер, ставьте любим сюда, все, конфигурация. Вы, эти вопросы решаются в 2 дня. Как только вы растягиваете на месяц принятие решений, с каждым днем Боговин все больше и больше теряет субъектность. И потом начинаются концепции, какие угодно, но только не вокруг его как главы конструкции, понимаете? Ну, подумаем, чем завтра завершится, завтра же будет продолжение, скажем. Ну, продолжение, да. Заседание пятничное, которое тривало. Да, вот скандального заседания. Какие прогнозы щодо завтрашнего заседания? Ну, так, дуже коротко. Саша, я еще раз хочу возвратиться к этому. Мы должны привыкать к этому вопросу. Я сегодня там давал комментарии по этому поводу. Я хочу сказать, давняя японская там практика, и не только японская. Чем больше баталий мы смотрели в Токио происходит,
там драки, да, в парламенте в советское время. Вот это да. Чем больше драк в парламенте, тем тише на улице. Это нормальная практика. Я хочу обратить, уважаемые друзья, вот коллеги, немножко назад. Вот 2006 год, Саша, вы работали начальником управления информации внутренней политики. Тогда все это решалось кулуарно. Бах-бах, встретились. Но жителям области от этого вообще ничего не падало. Аналогичная ситуация была в 2010. И я вам приводил пример, когда в 2006 году 3 месяца избирали, обещали посадку вывести. Ну, мы как бы слышали об этом там депутатов. Как это организовывалось? Потом бац, стал Нефедов. В 2010 году бац, что-то Нефедов добровольно. Вы представляете, как человека, что нужно ему сказать такое доброе, вечное на ухо, что написал заявление в течение там вот это. Потому я хочу сказать. Да, ви... Пам'ятаєте, коли да, зайшли директори червоні, да, і Головка, здається, тут тоді. Головка, губернатора Кучеренка. Так, що добровольно Нефедова і Карташова відвікалися. Да, ви знаєте, я наблюдаю той обласний світ. Тут, уважаємо, ми Владимир Федорович, от він ходить, ми там професіонали, там губернатор, якщо ми согласен. Повне відсутствие організації. По большому счету, господа. Ну, це ж досвід, це і політичний, це ж практика управлінська. Управлінська. Да, це ж складові загального. Да, складові. Но я возвращаюсь к тому вопросу, как мы говорили на том эфире и так далее. Мы же сходили не с того, что мы хотим, чтобы слуги народа стали руководителями советов в пакете Запорожского городского, областного, городского, вернее наоборот, городского, Запорожского районного, Запорожского городского и областного. Нет. Такое веление времени. Политика, искусство, возможность компромиссов. Политическая власть у кого? У них. Это раз. Во-вторых, они находятся в болоте. Вот мы с этого начали. Есть партия Буряка. Это данность, это фактор. И она, на секундочку, в городе первое место, там второе место, а там четвертое место. Она субъект, она подвинула, а ОПЗЖ падает. То есть вы были гегемоном, Владимир Федорович, были. У вас было в 2006 году 74 голоса. Сейчас нет. Идем дальше. Есть Боговин. Есть Боговин, губернатор, определенная статусность, который там пастух в этом, извиняюсь за выражение, стадии, в этой фракции «Слух народа». Возникла конфигурация, которую лепили. И я вот хочу, коллеги, ваше внимание обратить. Вот пришли в районный совет, мне как рассказывали, как там было. Там Шершнев там, от ОПЗЖ, а тут Филин. Ну, все посмотрели ОПЗЖ так через губу, ну, я не знаю, может, это неправда, мне неправильно донесли, через губу все такие, да, ну, там, пошли, составили 4 политсилы живую конфигурацию, коалицию, избрали Филина от «Слуги народа». Вопрос простой. Смотрим областной совет. Там прошло 7 фракций у нас, да? Смотрим. 7. Да. Господа ОПЗЖ находятся в зоне эксклюзивности. То есть они закрылись в зоне юго-восточного региона, у них своя есть идеология, политическая партия. С ними не может априори ни БПП быть. С ними не может быть. За Майбутня, которого сняли список, вот сегодня там публиковали, да, в Бердянске. И Батьковщина по идеологическим мотивам. Смотрим вариант коалиции. Коалиция возможна только вокруг «Слуги народа». И к этому надо двигаться. Боговину можно, собственно говоря, простить определенную неопытность. Политические субъекты должны были подставить плечо, а не бегать с телеканалами, там, гонять по всему вот этому и кричать к общественности. Я хочу завершить тем, что общественности наплевать, по большому счету, какие процессы там происходят. Роман правильно говорит, происходит борьба за насосы. Господа, вас избрали. Ну, за розподіл фінансів, за контроль над певними процесами. Ну, Саша, я постійно скажу прогноз. Да. Тобто прогноз буде тягнутися. Будуть завтра. До кінця цього року завершать, от завтра. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Ну, давайте подивимось, послідкуємо, поспостерігаємо і зустрінемось. Ну, колись, можливо, в найближчій перспективі, і поговоримо вже про завершення цього переговорного процесу, про перші кроки поговоримо, якісь про ухвалення бюджетів. До речі, завтра Верховна Рада України має розглядати бюджет у другому читанні. Схвалять, не схвалять, ну, знову ж таки, багато дуже питань. Давайте от кілька слів поговоримо про ковід оцей затяжний, про кризу ковідну. Ви вже говорили про діяльність центральної влади, як вона реагувала, про ковідні фонди, як витрачали кошти, тут вибори і так далі, тому подібне. Давайте от Верховна Рада пару тижнів тому ухвалила ряд законопроєктів, які стосуються підтримки, переглянемо цю інформацію, продовжимо ковідну тему.
4 грудня Верховна Рада ухвалила 3 законопроекти для підтримки бізнесу в умовах карантину. Впровадження антикризового пакету для підприємців ініціював президент Володимир Зеленський. Акцент у президентських пропозиціях зробили на підтримці малого та середнього бізнесу, який найбільше постраждав через пандемію та запроваджені обмеження. Зокрема, пропонується списати податковий борг ФОПам, якщо він не перевищує 3060 гривень і не був погашений станом на 1 листопада 2020 року. Для тих, хто має вищу заборгованість, але не більше 6800 гривень станом на 1 листопада цього року, запровадили відтермінування погашення боргу до 29 грудня наступного року. Також передбачається звільнити підприємців першої групи від сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску на період з грудня по травень. Окрім цього, згідно з законом, мають списати пеню та штрафні санкції з податкових боргів, якщо вони будуть погашені протягом 6 місяців з дати набуття чинності документу. Крім того, передбачається надання одноразової допомоги застрахованим особам, які втратили частину доходу внаслідок карантину, та якщо їх середній дохід не перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Розмір фінансової підтримки визначили на рівні 8 тисяч гривень. Таку ж фінансову допомогу отримують фізичні особи, підприємці, бізнес, яких постраждав від запроваджених обмежувальних заходів. Також закон скасовує стягнення плати за оренду державного і комунального майна для бізнесу, чия діяльність була заборонена під час карантину. Також Нардепи внесли зміни до державного бюджету, які дадуть можливість профінансувати запропоновані видатки коштами з антиковідного фонду. Ну, отже, такі компенсатори вони на законодавчому рівні зафіксували. Чи не запізно? Надають допомогу от саме тому прошарку дієздатного населення, професійного населення, основи і економіки, ну і в тому числі і суспільно-політичної стабільності. Ну, это не компенсатор, это так ни о чем. Это надо было что-то сделать, создать видимость, что мы как-то помогаем предпринимателям. То есть малый бизнес, ну какие у них долги по налогам? В принципе, вот этих магазинов. То есть кто первый попадает? Попадает в основном это ритейл, то есть розница. Те, кто работают с розничными покупателями, в первую очередь. Они законопослушные, они платят, у них таких больших долгов. А тут предлагают списывать, как бы какая-то там задолженность появилась и так далее, и тому подобное. Раз. Тут это виртуальные какие-то кошты. Да, это что-то... Ну, а кого они могли закрыть, чтобы накопил долг? Вот мне просто интересно, вот какой такой? Ну, может быть, какие-то ФОПы, которые как мойки использовались где-то что-то вот в таком плане. Ну, какая им какая разница? Их же не закрывали во время карантина. Второй нюанс. Освобождение, опять же, тут только первой группы от ЕСВ и от единого налога. Ну, единый налог, там уже много говорили. Именно почему, опять же, первую группу берут? Ну, потому что такое для первой группы единый налог? Ну, это 200 гривен. Еще месяц его не сплачивать. Да. Вот щедрое государство решило, да, 200 гривен можно и списать, почему бы и нет. Понимаете, вторую группу не берут, у которых чуть побольше, как бы. Третий нюанс, вот, освободить от аренды коммунального и государственного имущества. Но дело в том, что практически все государственное коммунальное имущество сейчас в аренде у прокладок. По сути, есть некий как бы близкий там горсовету, там еще какому-то там к местному совету или там к фонду госимущества, который арендует. Субаренде уже. Да, а тоже в субаренду. Да, этот товарищ освободится. Для прокладки. Да, прокладки хорошо. Но прокладка не освободит. В лучшем случае, может быть, на там, до 30-50% снизит. Но все равно заставят. Раз. Во-вторых, коммунальные платежи уже никуда не денутся. Ну, как бы я знаю, как по прошлому карантину. Можно отримать, до речи, эти платежки там... То есть сантехника надо держать, тепло надо подводить. Ну, вот, например, в торговые комплексы, что отключат тепло, чтобы предприниматели не платили. А там же не только аренда, и коммунальные довольно-таки высокие. Теперь вот эта сумма, которую они обещают, 8 тысяч гривен. Вот бешеная сумма, конечно. То есть только по одной аренде в Запорожье предприниматель платит от 500 до 1000 долларов в месяц. Только одна аренда. Мы не берем кредиты, потому что многие закредитованы, как бы товар, это, в принципе, нормальная, да, практика, это нормальная практика, да. Те же коммунальные, которые по торговым центрам довольно-таки могут до 50% арендной платы доходить. То есть в чем она помощь? Ну и самое главное, а зачем? Вот зачем этот январский карантин? Смысл вот этого локдауна? По одной, вот, то есть, как они говорят, нужно прервать цепочку заражений. Ребят, зайдите в любой торговый центр. Давайте, там один человек на 100 квадратных метров. Давайте прем'єр-міністра Шмигаля як раз з вами послухаємо з приводу локдауну, що це буде, чим його їсти. І от якраз тему локдауну ми завершимо ефір. Було прийнято рішення
про те, що з 8 по 24 січня наступного року, включно 24 січня, в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження, назвемо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Що саме передбачатиме посилений карантин? Заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів, а також торгівельно-розважальних центрів, за виключенням, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Будуть відправлені на канікули всі заклади освіти, окрім дитячих садків. Буде заборона щодо будь-яких розважальних, рекламних, спортивних, культурних, масових заходів на цей період. В той же час із встановленими для помаранчевої зони обмежень, яка діє сьогодні на території України, продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли добиратись на роботу. Також будуть працювати продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Ну от перелік усіх заборон, доцільність, необхідність, ви можете продовжити. Да, тому що зайти в будь-який торговий центр, ну там один чоловік на 10-20 квадратних метрів. Ну, яку цепочку зараження не збиралися перекривати? Тобто, взагалі, чоловік не кровожадний, да? Но коли вот этот товарищ будет где-то висеть на какой-то ёлке во время очередного Майдана, я просто поаплодирую. Тому що вот из-за этих просто идиоты тупо убивают чужой бизнес. Вот им захотелось вести. Надо что-то делать, но Рената Леонидовича мы не остановим, нельзя. Игоря Валерьевича с горнолыжными курортами мы тоже не будем останавливать, тоже нельзя. А вот давайте кого закроем фитнес-клубы. Почему? Потому что они у Порошенко. Ну, вот такая логика, понимаете? Вот уже просто это действительно народный юмор, который ходит. Почему закрывают фитнес-клубы? Потому что это пятый элемент Порошенко. А почему не закрывают горнолыжные курорты? Потому что это Буковель Игоря Валерьевича. Ну о каком карантине мы говорим? И вот о тех копейках, подачках, которые они бросают, как бы, вот мы что-то сделали. Второй нюанс. Где-то Шмыгаль опять даже проболтался. Вот насколько цинизм у человека. Он говорит, ну, скорее всего, где-то там в январе, да, там, может быть, есть прогнозы, что пик спадет. Ну, ми заодно і від грипу, як би, не дадим піку грипу. Цікаво, що це ситуація, вся статистика і ці критерії, вони встановлюють, ну, скажімо, критична кількість протягом доби інфікованих, постійно ця цифра гуляє. 10, потім 15, потім 25, потім 30 тисяч, ну, як привід запровадження такого жорсткого карантину. Ну, діло в тому, що той же Польщі посмотреть, в принципі, Україна где-то близько йде. Тобто там вже давно стабільний, ну, як пік. Пік пройдений, це може бути плата, яка йде на спад. То есть, ну, не отличается коронавирус украинский от коронавируса польского. Есть еще сказать, будь ласка. То есть, к январю мы получим спад. Мы реально получим спад по этому. Да, ну, у меня тоже 2 секунды. Я по поводу этих 8 тысяч. Вот. Я давайте, господа, вернемся, с чего вы начинали передачу, про эту дыру в бюджете. Где их брать, во-первых, А во-вторых, я расскажу одну аутентичную историю очень быстро. Про мою маму, которая вот сломала руку месяц назад. И она говорит, сыночек, а я же банку плачу страховку. Говорит, 10 лет с меня банк высчитывал все время. А пойду я по этой страховке получить. Так вот, чтобы маме собрать справки вот, на эту страховку, чтобы ей дали 2,5 тысячи гривен за поломанную руку. Пришлось вырубать с телеса Амазонии на вот эту вот бумагу, которую вот надо заполнить, принести им туда. Вот я даже не представляю себе процедурный момент, что надо туда им принести в доказательство, чтобы получить вот эти же 8 тысяч. Вот. Ну, как лично для меня. Хотя я понимаю, да, вот как я сейчас цены называл, 500, 1000 долларов, вот этот финансовый шаг, это как в мертвом припарке. Да, это хоть что-то, исходя там, да, если вообще брать ничего. Вот. Но я еще просто хочу было, чтобы в студию или ваши журналисты просто поймали счастливца человека, дали объявление, кто эти 8 получил. То есть хочу, чтобы человек вживую рассказал процедурный момент, как он... Сколько он один у какого кабинета, да, сколько паперсив он совершенно верно. И так же самое, я как бы так согласен вот здесь, в данном случае, опять же, с Эрем. Вот, у нас нет, мы пытаемся, как дурачки, как обезьяны, копируем, там, и попугай, вернее, имплементировать что-то у Запада. Но мы не можем все у них имплементировать, потому что, ну,
то, что можно Марсу, нельзя быку, понимаете? То, что у поляков, даже у поляков у этих, да они просто шутя берут 100 ярдов и кидают. Это жирок ихний. Они не одалживают эти деньги. Это просто из-за профицита экономики у них накопилось, что они 100 миллиардов могут поддержать свою экономику. А если мы такие сири-то убоги, стоит ли нам вообще, ну, трогать людей, которые на ладан дышат? Ну, вот все, буквально такой комментарий. Павло. Вы знаете, дело в том, что я вот, коллег, поддержу. Мне кажется, больше всего в этом локдауне непонятен вопрос коммуникации. Вот Игорь когда-то давно приводил мне очень хорошую историю про Рузвельта. Когда Рузвельт коммуницировал с населением во времена Великой депрессии. Да? Он каждую неделю выходил обстоятельно, проводил, помнишь это, да? Прямые эфиры. Он объяснял. Камина, да, он, да, это была первая форма коммуникации, которая потом перескочила при Кеннеди там, в телевидении и так далее. С народом надо коммуницировать. Зеленский пришел. Мы никто не понимаем логики локдауна. Я хочу привести маленький пример Дмитрия Джангирова, известного публициста, аналитика там, и эксперта. Он говорит, хотите, я сейчас угадаю, почему локдаун будет с 8 января по 24 все-таки. Почему? Это я вам, говорит, 100% угадаю. Потому что 7-го заканчивается Рождество, а 25-го день рождения Владимира Александровича. Понимаете, это смешно. Это действительно смешно. Я с Игорем согласен. Напоминает признаки плато. Никто не знает, это первая волна или вторая волна. Так нельзя с населением поступать. Это просто дикость. Колеги, я вам дуже дякую, що ви завітали до нашої студії на телеканал Z. Тут про перспективи, про 21-й рік не встигли поговорити, обов'язково наступного разу. Ще раз я вам дякую, будьте здорові. А, до речі, сьогодні в Романа Підгорців мами день народження. Вітаю принагідно. Можливо, вона дивиться. Син пожертвував дня народження, завітав на телеканал Z. Друзі, зустрінемось рівно за тиждень у цій же порі. Будемо говорити знову про головне. Хай щастить, бережіть себе, будьте здорові. Тримайтеся. Дякую.